47 глава книги пророка Иезекииля. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел, Сын Человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гадди до Еглайма, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу 2 удела. И наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля это наследием вашим. И вот предел земли, на северном конце, начиная от Великого моря, через Хетлон, по дороге в Цедад, Емав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасской и Емавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Енон, граница с Дамаском, и далее на север, на севере область Емав, и вот северный край. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильской по Иордану, от северного края до восточного моря, это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе, и по течению потока до Великого моря — это полуденный край на юге. Западный же предел — Великое море, от южной границы до места против Емафа — это западный край. И разделите себе землю эту на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог.